Первая историческая сессия Новосибирского областного совета депутатов состоялась 26 апреля 1994 года. Участие в заседании приняли 34 депутата. Всего в течение первого созыва удалось провести 37 сессий, на которых было принято около 700 решений, в том числе 75 региональных законов. Руководил представительным органом в то время Анатолий Сычев. Значительная часть республиканских законов уже не действовали, а новые еще только предстояло разработать и принять. Налицо была авральная ситуация и вытекающая из нее трудности. Проблема первая. Отставание в разработке центром новых жизненно важных законов. Еще одна беда. Это поспешность в республиканском законотворчестве. Отсюда рыхлость, несовершенство принятых законов. И в последующие годы все созывы парламента Новосибирской области в законотворчестве отличало новаторство и передовые взгляды. Об этом хорошо помнит председатель законодательного собрания пятого созыва Иван Мороз. Мы первые в России признали, что есть такая категория льготников – это дети войны. Его на сегодня нет федерального закона, но мы его приняли, обозначили, что эта категория льготников есть. Пусть выплата небольшая, но она существует. Что касается наказывать избирателей, у нас федерального закона нет, а у нас областной закон работает. И с каждым годом он совершенствуется, и наказы выполняются, можно сказать, процентов на 90. И если раньше ЗАГС Собрание объединяло депутатов с опытом, среди которых большинство руководителей крупных компаний и организаций, то седьмой, ныне действующий созыв, разбавили молодые депутатские кадры. Это же и хорошо, когда есть разные взгляды, когда есть некий спор, назовем его так, да, то вопрос можно более глубоко проработать. Можно посмотреть, найти все плюсы, найти все минусы, найти какую-то золотую середину. Мне кажется, наоборот, намного лучше, когда люди по-разному смотрят на вопрос, нежели когда все смотрят в одном направлении. В настоящее время законотворчеством ЗАГС Собрания региона занимаются 75 депутатов. Среди них, как и раньше, бывают разногласия. Возникают споры и дискуссии. Но в итоге всегда получается принимать необходимые для жителей региона решения. Здесь нет «я», здесь есть только мы. Наши общие решения, наша общая ответственность, наша общая задача – менять жизнь к лучшему. За 30 лет работы регионального парламента в этих стенах приняты сотни законов. Их инициаторами были, остаются не только депутаты и депутатские объединения. Свое право законодательной инициативы активно реализует правительство Новосибирской области во главе с губернатором и прокуратура Новосибирской области. А это значит, что в регионе различным ветвям власти удается действовать сообща, что без сомнения должно положительно сказываться на развитии Новосибирской области и страны в целом.